сейчас... Ага, я вижу. Раньше крепостная стена, она была прям... Естественно. Место, где в древности судили. Одевали, чтобы их усы не мялись. Это дворец Ширваншаха. Очень недавно уже продали. Это все напичкано гормонами, уже и рыба, и икра. Это девичья башня Баку. К сожалению, мы дошли сюда только ночью. Это башни пламенные. Судя по всему, еще и выставка современных картин. Баку, набережная Каспийского моря. Ну или озеро. Ноябрь 2020 года.